Ребят, мне столько человек написали, что мне нужны не девчонки, а мальчишки, что я подумала, может быть, действительно. Нет, я хотела уже давно так попробовать в таком формате провести активацию, поэтому если среди моих подписчиков есть молодые люди, готовые в коротких шортах отработать выходные в Мичково, пишите. Вы, наверное, спросите, почему я целый день лежу в ночнушке, в кровати. Это не потому, что я ленивая жопа, хотя ленивая жопа, конечно же, а потому что я болею. Я болею, надеюсь, что завтра мне будет получше. Ничего такого страшного, просто недомигаю, небольшая температура. Вот, но болеть некогда, завтра уже буду в строю. И до встречи на гонке.